Мой свет говорит об ожидании. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрева своего, доколе не придет помиритель, и ему покорность народов. Бытие 49:10. Не каждый, кто Иисуса ждал, спасителем своим признал. Спеши, Мессию, ты принять, ведь он сказал: приду опять. Мой свет говорит о радости. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Спаситель Давида, который есть Христос Господь. В праздник радостный в этот слышите, радуйтесь. Бог говорит: мир он пришел для людей всей планеты, нашим Спасителем, вашим, моим. Мой свет говорит о мире. Слава Вышнему Богу, и на земле мир, и в людях благоволение. Ликуй, пришел Христос, Спаситель нам рожден, сердцам разбитым мир принес, мир для грешника. Мой свет говорит о вере. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Прекрасно, если вера есть большая, но из горчичное зерно ее хватает, чтобы из Христа Спасителя принять и быть прощенным через благодать. Мой свет говорит о любви. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Сын Божий Иисус Христос за нас себя в жертву принес, и нас, избавив от грехов, так велика Его любовь. Мой свет говорит об утешении. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и воскресайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Исайя 49:13. В скорбях, печалях и тревогах не забывай смотреть на Бога. Он добрый пастырь, Он ведет и утешение дает. Мой свет говорит о надежде. И скажу в тот день: вот Он, Бог наш, на Него уповали мы, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся к спасению Его. Исайя 25:9. Надежда никогда не унывает, хотя и ночь темна. В скорбях нам силы прибавляет, и светит звездочкой она. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой восстанет Господь, и слава Его воссияет над тобой. Исайя 61:2. Аминь.